Мурманская область становится популярным туристическим направлением. К нам едут путешественники не только со всей России, но и из разных уголков мира, чтобы посмотреть на необычную северную природу и попробовать блюда арктической кухни. Но пока еще у столь стремительно развивающейся отрасли есть некоторые сложности, которые необходимо преодолеть. Наплыв туристов в новогодние праздники показал недостатки туристической инфраструктуры региона. Это касается и элементарных бытовых вопросов. От сложностей работы аэропорта до проблем с туалетами в Териберке. Такие, казалось бы, незначительные вещи могут сильно испортить впечатление туристов. Поэтому самой важной задачей на 2021 год стало повышение качества обслуживания гостей. Ее реализацией займется в том числе новый председатель комитета по туризму, которого представили на встрече с представителями отрасли. Цель на будущее он поставил весьма амбициозную. Занять лидирующие места на карте мирового туризма. У нас есть основания для этого. Я не первый раз в регионе. Я всю жизнь занимаюсь профессиональным туризмом. Я знаю, о чем я говорю. Я вижу статистику. Сегодня мы будем с бизнесом и об этом говорить. И у нас есть точки роста. Для роста это не только с точки зрения повышения количества туристов. Это с точки зрения повышения качества туристов.